национальная идея нужна, и, к большому моему сожалению, в начале 90-х национальная идея стала примерно украсть побольше и уехать из этой страны. И очень долго этот лозунг и был нашей национальной идеей. Я общаюсь с большим количеством людей, состоятельных людей, и как бы из многих из них было именно такое желание заработать денег честным, нечестным путем и просто уехать и жить в другой стране. Сейчас, слава богу, эти люди, некоторые возвращаются обратно, некоторые передумали уезжать. И, безусловно, для, скажем так, понимания обычного человека нужно осознание того, ради чего он живет в этой стране и как бы для чего, почему ему нужно быть жителем этой страны. Поэтому идея нужна. Я слов лозунг не могу сформировать, я не знаю. Это, наверное, наши великие умы должны этим заниматься.